Оказывается, просмотр любых мультфильмов, даже самых хороших и добрых, не идет на пользу детям младше 3 лет. Так ли это на самом деле? Спросим у гостя программы. Сегодня у нас в студии семейный психолог Екатерина Громова. Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, есть какие-то ограничения по возрасту? Ну, конечно, ограничения есть, потому как мозг ребенка развивается поэтапно. И я где-то соглашусь, что смотреть мультики до 3 лет не имеет смысла, потому что ребенок в этом возрасте более пластичен, он учится познавать мир и учится именно его исследовать. Мультик же обычно дает другую картинку, когда я сажусь и смотрю, да, меня развлекают. И здесь нету элемента познания. А так как сейчас все больше деток, которые начинают позже говорить, да, и, соответственно, даже проговорить с ними там смысл мультика бывает крайне тяжело. А когда начать тогда? С какого возраста начинать показывать мультфильмы? И сколько по времени можно их смотреть? Я все-таки придерживаюсь того, что есть разные мультики. Есть мультики, которые смысловые, которые, например, там учат дружить, да, или учат взаимодействовать с предметами. Или вот сейчас есть там чудесный для маленьких мультик «Малышарики», который учит эмоционировать, да. Такие мультики возможны для детей, вот начиная там с дошколяток, с 3 лет там, до 7. Но все-таки 20 минут в день, я думаю, этого никто не отменял. Как мультфильмы влияют на развитие личности ребенка? Они же обычно копируют каких-то героев, понравившихся из мультфильмов. Бывают герои не очень положительные. Выбирают они разных героев в зависимости от своего состояния, от своей личности. Чаще выбирают то, чего недостаточно, например, там, супергерои, да, когда хочется быть поважнее. Или выбирают то, что больше привлекает внимание. Если мы говорим о плохих героях, они больше привлекают внимание. Этого героя все замечают, с этим героем трудно справиться. Когда ребенку недостаточно где-то внимания, или, может быть, просто злость дома нелегализованная, когда вообще злиться нельзя. Да? Бывает такое, что родители имеют право на тебя накричать, а ты уже нет. И тогда ребенок может выбрать для себя как прототип вот такого уже, в кавычках, нехорошего, да, героя. Как правильно выбрать мультфильм для ребенка? Дети постарше, они сами находят себе контент, который смотреть. А для маленьких детей лучше посмотреть сначала, да, если... Или можно смотреть сразу по ходу с ребенком. Если вы чувствуете, что что-то не нравится, можно сказать: слушай, мне этот мультик не нравится. Давай мы с тобой найдем другой, который понравится и тебе, и мне. И это обсудить с ребенком. А есть какие-то критерии, что это плохой мультик, а это хороший? Для меня критерием будет, мультик учит чему-то или не учит. Да? Есть мультики, допустим, там для детей там старше 3 лет, 3-4 года, которые учат взаимодействовать с предметной деятельностью, которые учат дружить, которые учат нормам и правилам. Например, старый мультик про поросенка, который всем помогал, а потом там собака пришла и щенку своему сказала: ты такой грязный, как поросюшка. Потом этот поросенок пришел к маме, мама сказала: так я тебя всегда люблю. Вот мультик, который учит, с одной стороны, учит помогать, и пришли к нему дальше там зайчик и еще кто-то, кому он помог, да, и говорит: мы тебя любим, неважно, кто ты. Для меня, например, не очень приемлемые там мультики, плохо адресованные или там плохо озвученные. В этом плане, но это уже с точки зрения искусства. И не очень приемлемые вот мультики, когда очень много агрессии. Как-то нужно это проконтролировать, что смотрят дети, как правильно это сделать? Интересоваться, что интересно для вашего ребенка. Потому что контролируемые дети находят способ посмотреть в любом случае, да. Но я сомневаюсь, что маленькие дети прям там находят что-то. Честно, мои не находят. А как часто ваши дети смотрят мультики? Мои дети смотрят мультики где-то через день примерно. Ну, вот так вот, да. И бывают ситуации, когда они не смотрят мультики. Они точно не смотрят мультики после 9, потому что уже, надо отходить ко сну, а мультик все-таки возбуждает. Спасибо большое за беседу. Спасибо.